На прошедшей неделе в дежурную часть поступило 10 заявлений о том, что неизвестные обчистили банковские счета жителей нашего города. С карты Саровчанки, например, украли 5600 рублей. Схема классическая. Позвонили, представились сотрудниками банка, сказали, что происходит незаконное списание денежных средств, спросили номер карты. Вот 5600 рублей удалось списать, хотели списать 35600. 30 тысяч сотрудники банка успели заблокировать. В этот же день еще одна саровчанка принесла заявление. В этот раз мошенники воспользовались популярной социальной сетью. ВКонтакте ей поступило сообщение о том, что проходит интересная бонусная программа от Сбербанка. И ссылку указан. Женщина открыла ссылку с мобильного телефона, и с ее банковской карты тут же было списано 10 тысяч рублей. Сотрудники полиции в очередной раз призывают горожан осторожнее относиться к подобным сообщениям. А стражи дорог просят водителей быть внимательнее. На прошедшей неделе в Сарове произошло 14 ДТП, в трех из которых пострадали люди. Одно из последних случилось на перекрестке Зерново-Арзамасская. Неизвестный сбил саровчанина, переходившего дорогу на зеленый свет. Изначально дедушка, если можно его так назвать, 52-го года рождения, не почувствовал никаких телесных повреждений, ни боли, ничего. Водитель, который у него совершил наезд, даже подвез его попутно, куда-то попросил. Но на следующий день мужчина почувствовал себя хуже, коленка перестала сгибаться, вот, и он обратился в приемный покой. Не то, что обратился в приемный покой, а вызвал скорую домой. Мужчина получил ушибы. После осмотра врачами был отпущен домой. Несмотря на то, что пешеход в порядке, хорошим эта история для водителя не закончится. Он не сообщил о ДТП, а значит, скрылся с места аварии. И теперь вместо штрафа его ждет лишение прав сроком от года до полутора лет. Чтобы не попасть в такую ситуацию, сотрудники госавтоинспекции еще раз напоминают автовладельцам о всех происшествиях с участием пешеходов, даже самых незначительных, сообщайте в ГИБДД.